Но эти кадры, напоминающие апокалиптический фильм из немецкого Майнца. Центр города в считанные минуты окутал плотный белый туман. Виной тому стал углекислый газ, который вытек из автоцистерны, ехавшей на местный завод шампанских вин. Из-за неисправного клапана на грузовике разлилось около 22 тонн углекислоты. Опасный район быстро перекрыли спасатели, аварийные службы жителям посоветовали оставаться дома, пока туман не рассеется.